В субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ненецком автономном округе, созданы оперативные штабы по оказанию помощи людям, прибывающим на территории России из ДНР и ЛНР. Организованы пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. В состав оперативного штаба вошли представители органов власти, окружных организаций, волонтерских объединений, реализующих федеральный проект «Мы вместе», региональное отделение Российского Красного Креста и партии «Единая Россия», а также ветераны округа. То, что сейчас случилось, страдают от этого прежде всего дети, страдают прежде всего от этого старики и женщины. Я, как прошедший локальные войны, и призываю всех жителей округа присоединиться к акции и помочь людям, которые остались без крова, без жилья. Без нашего участия, без наших сил, без нашей любви к этим людям не случится то, что мы бы хотели, чтобы случилось. Пускай то, что мы собрали, оно приумножится в сотни раз. И чтобы все люди, желающие, и которым невозможно, чтобы они не получили эту помощь, они помощь от нас получили. Участники оперативного штаба определили основные направления его работы. Это открытие пунктов приема гуманитарной помощи, сбор денежных средств для приобретения первоочередных товаров людям, прибывающим на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганских республик. Жители Ненецкого автономного округа могут передать в пункты приема гуманитарной помощи следующие товары. Предметы личной гигиены, постельное белье, полотенца, детские товары, электротехнику для того, чтобы нагревать воду, допустим, а также все товары должны быть новые и в упаковке. Помощь принимается в будние дни по следующим адресам. Улица Ленина, 33Б, цокольный этаж. Здесь находится исполком регионального отделения партии «Единая Россия». Во Дворце культуры «Арктика» в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». А также в старом здании администрации поселка Искателей по адресу улица Нефтяников, дом 1А. Жители округа могут также предложить иные виды товаров первой необходимости. Интересующие вопросы можно задать по телефону, который вы видите на своих экранах. Катерина Тайбрей, Анастасия Евтысова, Леонид Шишлов, телеканал «Север».